На самом деле нет. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус, и это просто канал об играх. YouTube-канал — это возможность не только играть в игры, но и проявлять себя творчески, придумывая темы для роликов, необычные подходы к реализации, монтажу, озвучке. И это безумно круто, и именно этим YouTube меня подкупает. Но при этом возможность общения с подписчиками напрямую через видео очень ограничена. В отличие от стримов, которые как раз позволяют и поиграть в хорошую игру, например, Ведьмака от 1 до 3, что я сейчас и делаю на Твиче, попутно выполняя задачу пройти Ведьмаков и выложить их прохождение на канале, и при этом пообщаться с подписчиками вживую. Кто был на стримах или смотрел их в записи, знают, я довольно много времени уделяю чату и ответам на всякие вопросы, и мне это безумно нравится. Именно поэтому, как к новому для меня направлению, я сейчас много времени уделяю именно стримам и их настройке. По последним роликам и анонсам это особенно сильно заметно, но это лишь пока я полностью не настрою стрим и не заставлю его работать так, как я хочу. Кстати, в этом подкасте будет последний анонс. Я уверен, что все, кто хотел, уже подписаны на меня на Твиче и знают, что стримить я буду каждую среду и каждую пятницу, ну или субботу, с 18:00 по московскому времени и до тех пор, пока не усну. Именно по этим дням мы будем плотно проходить первого, второго и впоследствии третьего Ведьмака. Иногда, конечно, могут быть дополнительные внезапные стримы по другим играм в другие дни, поэтому, если вам это интересно, подписывайтесь на меня и на группу во ВКонтакте, чтобы следить за этими анонсами, и на сам Twitch канал. Ссылки в описании. Ну, если вам это интересно, конечно же. На YouTube анонсов больше не будет. Зато уже на этих выходных выйдет долгожданный билд на идеального мага. Я так соскучился именно по созданию роликов на YouTube, что, наверное, после стрима в пятницу вместо сна сразу займусь именно созданием ролика. И либо в субботу вечером, либо в воскресенье он уже выйдет на канале. Так что нет, Voice Rebus не стал стримером. Стрим — это лишь возможность напрямую поговорить и поиграть с подписчиками, ответить на все интересующие вопросы и пройти интересную игру, не пропадая надолго с YouTube. Помните, я говорил, что планирую расширить тематику канала на еще одну игровую вселенную? Стримы также позволят сделать базу для этого, пройдя те игры, которые входят в новую вселенную. Но это уже явно после прохождения 1, 2 и 3 Ведьмаков. А YouTube? YouTube — это про другое. Он для билдов, пасхалок, интересных, полезных и занимательных видео. И я ни за что его не поменяю только на стримы. Так что будем теперь и там, и там. Спасибо всем зрителям и подписчикам на YouTube, на Твиче, и особенно тем, кто есть и там, и там. Нас ждет еще много интересного впереди, или, как я говорил ранее, дальше больше и лучше. А теперь последний анонс, который будет на канале. Все последующие будут только в группе ВКонтакте, ну или у меня на личной страничке. Стрим грядет в пятницу, 10 февраля, в 18:00 по московскому времени. Мы продолжим прохождение первого Ведьмака. Это будет третий стрим по нему. Записи прошлых стримов можно найти как на YouTube, так и на Твиче. И мы плавно начнем с самого начала второй главы, в которую попали в конце прошлого стрима. На экранах дата и время, в описании ссылка на Twitch канал. Что с этим совсем делать, вы и так знаете. А на этом я вынужден откланяться, мои дорогие искатели приключений, авантюристы, ковбои и доблестные рыцари круглого стола. Еще раз спасибо всем вам. Без вас не было бы и меня. Пока-пока.